Волонтеры в субботу вышли на самые оживленные места города Брянска. Добровольцы раздавали прохожим листовки о вакцинации против COVID-19. Активисты охватили все районы города. В Володарском волонтеры выбрали место у входа на рынок. Аналогичную локацию определили и в Бежице. В Фокинском районе листовки раздавали в районе ДК железнодорожников, а в Советском – на площади Партизан и на бульваре Гагарина. На улицах города мы раздаем памятки о вакцинации. Здесь написано, в каких больницах человек может привиться, номера телефонов, прививочных кабинетов, какие противопоказания есть для вакцинации. Люди откликаются, говорят большое спасибо, задают вопросы. Мы стараемся помочь, ответить, подсказать, куда необходимо обратиться. Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в России 18 января. Сделать прививку можно совершенно бесплатно в поликлинике по месту жительства. За прошедшие сутки в регионе подтверждено 193 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 529 человек. Александр Новиков, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.